Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и это как бы такой выпуск обучающий для всех игроков, которые играют на RPG сервере, то есть, ну и не вообще, кто играет на моем проекте. Ребята, просто много одинаковых, однотипных вопросов возникает, и поэтому мы начнем на порядочку. Сейчас, ну, буквально на 2-3 вопроса отвечу, и все, просто эти вопросы, они каждый день, постоянно, просто, не знаю, по 100 тысяч раз задают вот именно эти два вопроса. Сейчас я вам все покажу, ребята. Многие спрашивают, как получить на RPG рубины, там, или на Critechi материю, или на других серверах еще какие-то фишечки за голосование, вообще как голосовать. Вы заходите на сайт crystallix.ru, а ссылочка будет в описании, на котором вы регистрировались. И вот здесь видите такую кнопочку. Вот, вот эта вот кнопочка, я даже выделю, у меня, наверное, мышку не видно. Там вот сбоку есть топы, вот я выделяю тут, на видео будет видно, как я выделяю топы. Там написано MC топ, наверное, даже, не знаю, приблизить может экран, вот она сбоку, видите, вот она. Ну сейчас вы уже точно должны были видеть. В общем, вот она, MC топ 802 плюс 5 написано, видите, на ней. Или плюс 6, ну неважно. В общем, чтобы проголосовать за сервер, должны нажать на эту кнопку. MC топ 802, ну тут будет число каждый раз меняться, это количество голосов, которые за нас проголосовали. После того, как вы перейдете по ссылке, вам предложат войти через ВКонтакте. Вы входите через ВКонтакт. Не обращайте внимания, я попросил аккаунт у друга, потому что я со своего аккаунта уже проголосовал. Вот. А после того, как вы зашли, вам говорят, добрый день, Андрей, бла-бла-бла. Вот, и погодите, если вы первый раз заходите, то вам еще раз нужно будет зайти на Crystallix. А, перейти по ссылке, вы уже зашли с личного кабинета, получается. Либо там найти наш сервер, это не важно. Просто когда вы первый раз заходите, у вас такие косяки бывают, что вас кидают в личный кабинет. А так, вот видите, защита от накрутки. Первый раз, когда вы заходите, идет защита от накрутки. Запись о вашем посещении оставлена. Чтобы ваш голос был засчитан, вам необходимо посетить данную страницу не раньше, чем через 24 часа. Я вам объясняю. То есть первый раз вы не можете проголосовать, типа вас защищают от накрутки. Не очищайте обязательно кук браузера, иначе вы будете заново ждать 24 часа. А, то есть в чем суть? Когда в следующий раз сюда перейдете через 24 часа, у вас будет картинка с кодом, который нужно будет набрать, это, знаете, типа капча. И снизу вот здесь вот справа, вот тут вот где я сейчас выделяю, примерно будет такая штучка, видите ваш ник. Если вы не ведете ник, ребята, вам ничего не засчитает. Вы просто проголосуете, за что я вам скажу спасибо, но вам не выдадут рубины. Дальше, после того, как проголосовали, просто перезаходите на сервер и все. А что проверить, что у вас голос засчитал, а теперь следующий вопрос. Как поставить скин и как проверить, засчитался ли голос? То есть вы перезаходите на сервер, вам уже в инвентаре есть рубин. Обязательно должно остаться место в инвентаре для рубина. Если у вас будет полностью забит инвентарь, рубин вам не выдадется. Вот. А дальше что, как поставить скин? Вот, короче, когда вы залогинились, у вас здесь есть такая штука, ваш ник написан, лицо вашего скина, есть две кнопочки, личный кабинет и выход. У нас пока что все сломалось, эти мониторинг, топы и так далее, потому что у нас случайно администратор один, программист, снес сайт. Вы заходите в личный кабинет, мы вчера его установили, вот нажимаете кнопочку личный кабинет, и тут у вас есть такая вот штука. Если у вас тут написано welcome, ребят, тогда почистите куки именно этого сайта, либо вообще почистите весь кэш браузера, просто вычистите все полностью. Тогда, когда вы перезагрузите страницу, после того, как вычистили кэш, у вас будет вот такая штука. Здесь, ну, возможно, у вас всех этих штук не будет, там с плащом, например, у вас не должно быть штук, тут с префиксом, точно, потому что у вас не VIP-премиум и так далее. Ну, префикс просто можно будет менять, то есть перед ником у вас там будет написано всякая джигурда, которую вы сами напишите. Вот, тут написано голоса в этом месяце 4 штуки, например, у меня, да, у меня 4 рубина лежит, один тут другой из нашей команды проголосовал. В общем, в чем суть, ребята? Когда вы, значит, получается, голоса за этот месяц, как бы это правильно выразиться-то, ё-моё. В общем, каждый раз, когда вы голосуете и вписываете свой ник правильный, голос засчитывается, у вас тут будет увеличиваться голос, там, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. У вас тут будет написано группа, сервер, это не важно. Скины, не выбирайте, если у вас будет сначала выбор сервера, то это не важно, ребята, выбирайте любой. Скин меняется на все сервера. Вот тут есть такая кнопочка, плюс выберите вашу картинку, вы нажимаете ее, и он требует вам там загрузить. Вот у меня, например, тут я загружал RPG 7, вот оно сейчас загружается все еще. RPG часть 7, тут у меня много вообще видео на самом деле, но это не важно тут. Ой, тут очень много, очень-очень. Ладно, это, наверное, зря я вам показываю, все равно это все видели. Видите, я еще ни одно видео не удалил с первого раза, с первой моей записи. Ну, за 7, за что, вон за 5 число здесь все еще есть видео, офигеть, да? Тут все мои видео, которые есть у меня на ютубе. Ну ладно, это не важно, тут не смотрите на названия, они такие простенькие, но это так. Когда я вам просто рассказываю, все равно от вас ничего не скрываю, ребят, вы же мои уважаемые зрители и подписчики, так что все нормально, потому что у меня просто очень много места на дисках, и у меня хватает, чтобы все эти ролики пока что здесь сохранялись. Но скоро я, наверное, все это удалю, потому что все-таки 2 терабайта уже не забили, но это не важно. Суть не в этом, ребят, суть в другом. Вот, смотрите.
После того, как вы поменяли скин, вы должны это все сохранить, все сжечь, отправить, нажать кнопочку, как вы выбрали картинку, потом нажать отправить. И у вас тут должен поменяться скин. Если не обменялся, обновите страницу, пробуйте перезайти в личный кабинет, и только после перезахода в лаунчер, не в игру. То есть вы должны закрыть клиент, открыть снова лаунчер и зайти в игру. Только тогда у вас все это по сути будет. Сейчас я покажу вам другую вещь. Так, это вы видите мою игру. Сейчас я ее закрою. Так, вот мы здесь, да, сейчас я зайду в загру. Так, секундочку, пауза. Так, вот, ребята, видите, в общем-то, сейчас я вам объясню еще одну вещь. Надеюсь, вот это окошко лаунчера здесь видите по центру экрана. Я не знаю, я не буду сужать экран, потому что пусть будет это на фоне сайта. Вот здесь справа, снизу, смотрите, у нас есть сайт. Просто смотрите на эту картинку лаунчера, просто мою мышку не видно, да. Снизу слева, а в лаунчере есть кнопочки сайт, форум, личный кабинет, при нажатии которых вы переходите на сайт на наш. Либо на форум, либо в личный кабинет. А в будущем это будет все реализовано в лаунчере. Вы будете нажимать, и вот прямо здесь будет открываться такое окошечко браузера. Но это не важно. Вот, дальше что у вас есть справа. MC Top, опять же, то же самое голосование. YouTube это переход на мой канал. И ВК это переход в нашу группу ВКонтакте. Не в мою, а в группу именно Кристалликса. Именно нашего сервера. Там вы тоже можете увидеть всякие новости, обновления, фишечки и так далее. Если мы там что-то будем отставлять. Ну, это редко пишем, но все равно. Ребят, зайдите, вступите, думаю, вам это не помешает. Все-таки какие-то там, если все сервера упадут, в первую очередь это будет написано там. Вот. И, кстати, да, ребята, те, кто не знали, если вы нажимаете запомнить, у вас появляется здесь такая рожица, вот она. Если у вас несколько будет персонажей, то у вас тут несколько будет их. Это просто для тех, кто не в курсе, просто некоторые об этом не знают. А это такое запоминание, такое прикольненькое. То есть вы нажимаете на рожицу, дадите мне Admaster59.ru, и он у вас логинится и заходит. Видите, я сейчас как бы днем снимаю, поэтому онлайн пока что небольшой. Так, ну что ж, ребят, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, теперь вы знаете, как голосовать, как менять скины и как что делать. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ребят, голосуйте за сервер, даже если вы на нем не играете, пожалуйста, помогите развитию. Вот если вам не сложно, но все равно, если вы голосуете за другой проект, он нравится, не голосуйте за наш. Ладно, это не важно. Просто, ребят, все-таки было бы здорово, если бы вы нам помогли в этом плане, потому что все-таки хочется пробиться на верхнюю страницу, хочется, чтобы игрокам вроде нравится, те, кто играют. Ну и за сами заходите, если вам будет не лень. Ну что ж, в принципе, с вами был Демастер. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. Всем пока.